Привет, земляне! Здесь миски... На дворе трава, на траве дрова! Привет, земляне! Здесь Мишка Ростовчанин. Я продолжаю обзор успешных пермакультурных сооружений. Как известно, редис не растет на асфальте. Сегодня мы едем смотреть холмистые гряды. Что? Гряды? Сегодня мы отправляемся смотреть холмистые гряды. Ну вот мы и на месте. Я нахожусь внутри системы, состоящей из трех холмистых гряд. Сначала расскажу, как выглядит сама холмистая гряда, а потом расскажу, как работает система. В поперечнике холмистая гряда представляет из себя треугольник. Здесь наклонная плоскость, вершина и спуск. Его наклонные поверхности, назовем их панели, представляют из себя сельскохозяйственные площади. Две панели, находящиеся под углом около 45 градусов. Высота этого треугольника где-то 1,5 метра. Высота выбирается специально для удобства обработки вручную. Здесь мы видим отличный пример смешанных посадок. Капуста, помидоры, подсолнечник, кукуруза, редис, картофель, кабачки. Это то, что видно с первого взгляда. Репа. Все это растет в смеси. Конструкция такой холмистой гряды следующая. Внутри этот холм имеет начинку. Эта начинка состоит из древесины. Это старые стволы деревьев, ветки, листва, трава, любая растительная органика. Можно положить картон, можно положить старые доски, крашеные доски, неважно. Самое главное, чтобы это была древесная начинка, которая закладывается в ров, вырываемый предварительно, и сверху она обсыпается и уплотняется для того, чтобы получилась вот такая вот конструкция. В результате мы получаем те самые две панели с одной стороны и с другой стороны. После того, как стороны холмистой гряды укрыты мульчой, они дополнительно укрепляются горизонтальными бревнами. Это позволяет не только холму держать свою изначальную форму, но и позволяет пользоваться им с достаточным удобством. Осторожно, здесь арбуз. Вот, например, для таких вот перемещений. После того, как эта конструкция построена, ее нужно как следует напитать водой. Это позволит, в принципе, если не будет большой засухи, не поливать то, что высажено на эти гряды в течение всего лета. Каким образом работает такая конструкция? Древесина, находящаяся внутри холмистой гряды, накапливает влагу и удерживает ее, плавно отдавая растениям от дождя до дождя. Именно поэтому такая конструкция практически не требует полива, только в случае больших засух. Помимо этого, разлагаясь, древесина выделяет все необходимые питательные вещества для растений. Поэтому растениям на таких грядках не нужны удобрения, не нужен компост. Древесная начинка, находящаяся внутри гряды, разлагаясь, выделяет тепло, что позволяет такой грядке стартовать раньше, а заканчивать свой вегетативный период позже обычных грядок. Но две холмистые гряды значительно лучше, чем одна холмистая гряда. Между двумя холмами образуется пространство, защищенное от ветра. Особенно, если линия самой холмистой гряды извилистая. Таким образом, между холмистыми грядами получается зона микроклимата, очень комфортная для, например, плодовых, молодых плодовых растений или нежных овощей. Проектируя систему холмистых гряд на наклонной поверхности, стоит позаботиться о том, чтобы верхняя гряда не перегораживала ток воды, движущейся по поверхности. И эту систему лучше всего располагать таким образом, чтобы каждая гряда от тока отсекала нужное для напитывания начинки количество воды. Также преимущество получают те гряды, которые располагаются с севера на юг.
потому что утреннее солнце освещает одну сторону гряды, а вечернее солнце, соответственно, другую. Грамотно построив систему из холмистых гряд и выбрав правильную смесь засеваемых семян, отпадает нужда в поливе, поскольку начинка, древесная начинка гряды питает растения, удобрений, поскольку, разлагаясь, начинка питает растения, и в защите от сорняков, поскольку грамотно подобранная смесь семян занимает все ниши и практически не оставляет места сорнякам. Работая на обычных, традиционных плоских грядах, диапазон движений вот такой. Человеку приходится нагибаться, и это тот самый каторжный труд. Работая с наклонными поверхностями холмистой гряды, таких затрат труда не происходит. Все, на сегодня съемка закончена. Москва там, снимали мы там. Это программа «Привет, земляне». Шим здесь, оставайтесь с нами.